Перед вами новая лохматая душа, новый ребенок, который нуждается в нашей помощи. И несмотря на то, как сильно у нас сейчас просто кипят и бурлят проблемы, мы не можем отказать в помощи малышу. У малыша выпадение кишки. К нам он попал после двух операций. В последней операции какой-то идиот просто анус взял и свернул ему петлей и зафиксировал. И ребенок каждые 5 минут присаживался покакать и по капле выдавливал из себя, опорожняя кишечник. Это чудовищно, это дебилизм врача, того, который это сделал. Это реальный дебилизм врача. Малыша привезли в Москву и оперировали его здесь, в Биланте. Удалили сначала этот шнурок с попы, а затем прооперировали. Малышу удалили небольшую часть прямой кишки, все это подшили, и сейчас ребенок на выздоровлении. Очень надеемся, что с ним все будет хорошо. К сожалению, организм у ребенка ослаблен. И где-то в клинике он подхватил кашель. И сейчас, ребята, боремся и за то, чтобы кишечник ему восстановить, и за то, чтобы убрать воспаление. Малышу досталось по полной. Назвали его Тимон. Ему 4 месяца. Ребят, представьте себе просто на минуту, что чувствует сейчас этот ребенок. А потом сравните их с нашими проблемами. И скажите, кому из нас труднее? Малышу, которого просто рвет боль изнутри? Или нас, которые не можем решить? Что нам в первую очередь сделать? Куда пойти? Почему скучно живется? Или наоборот, почему сложно? Ребята, я считаю, по крайней мере, я для себя так решила, что если у тебя ничего не болит, а рядом кто-то испытывает эту боль, просто помоги. Помоги, потому что можно все перенести. А вот боль, ребята, ею поделиться нельзя. Ее можно облегчить добрым словом, поддержкой, лекарствами. А вот разделить ее на двоих ее нельзя. Присаживается все время, как будто в туалет хочет, ну как бы, и по маленькой какашке выкакивает. Я просто думала, может, ему это швы не мешали, нитки сняли посмотреть, а она у него тут же и выпала. Ну да, что он постоянно, там животное болезненное. Да нет, там все в порядке.
Так, хорошо. Если мы ему резекцию делаем этой части, есть кому с ним? На попе не катался какое-то время. Там, ну, хорошо, что-то, посадим, что-то, да, что-то в этом роде. Да, 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 посадим, конечно. Потому что сделаем. Если она все время выпадает, нам нужно просто ее еще чуть-чуть вытащить, угу, срезать, тем самым она укоротится. Угу, чтобы не выпадала, и подшить, да? И зашить, да. И угу, она, ну, она как бы провалится. У каждого из нас боль своя. И я желаю вам всем сердцем, люди, живите без боли. А если она встретилась у вас на пути, помогите тому, с кем она пришла. Помогите ему победить ее. Помогите ему избавиться от боли. Это в наших руках, люди. В наших. Я не знаю, как правильно сказать. Я в последнее время, ребят, наверное, не могу все-таки найти правильные слова. Мне они кажутся такими все затрепанными. Потому что одно и то же говорим, и такое ощущение, что мы словно заново учим людей добру. А ведь это наша суть – быть добрым. Это же наш огонек души, наша доброта. Почему же мы, друзья, все больше холодеем отношениями, чувствами? Что происходит? На примере вот таких детей, нуждающихся в помощи, ушастых, лохматых, я пытаюсь разобраться, что ли, в этом мире. По крайней мере, я для себя твердо решила. Я буду помогать. Сколько хватит сил? Потому что, мне кажется, по-другому это неправильно. Я не знаю, ребят. Мне просто очень их жалко. И если вам тоже, хоть немного, то, пожалуйста, не бросайте приют. Ведь у нас, кроме вас, никого нет. И наша жизнь напрямую зависит от вашего участия и от вашего отклика. Люди, дорогие мои, 100 рублей для каждого из нас – это совершенно небольшая сумма. Но когда нас 40 тысяч, приют может жить, не голодая. Почему же тогда большая часть ставит просто лайк и уходит? Нет, неправильно. Почему же тогда большая часть не ощущает этого, что ли? Или не несет ответственности? Или не до конца понимает, насколько люди важны для приютов? Доброта. Ваша доброта важна приюту. Мы пришли с вами домой, покушали. А ушастые в вольере остались голодными. Представляете? Малыш бегает по кругу. Подбегает к пустой кормушке, нюхает ее и опять бежит по кругу. И все ждет, когда же ему насыпят корм. Но без вас, ребята, мы этот корм купить не можем. И накормить мы не можем. Люди, мы живем в 21 веке. Пожалуйста, давайте будем людьми. Отзовитесь. Даже если у вас в мыслях не было. Но, может быть, мои слова вас зацепят. Пожалуйста, пожертвуйте на приют 100 рублей. И, возможно, когда-то точно так же, неожиданно, кто-то остановится и поможет вам. Я желаю вам этого всей душой, всем сердцем. Доброго вам здоровья. Ну что, малыш, прооперировали? Прооперировали. Да? Прооперировали. Да. Все будет хорошо.